Также состоится митинг трех поколений у памятника «Три свечи». В море у Варваровской щели, где высадилась и приняла свой последний бой группа разведчиков под командованием капитана Калинина, на воду возложат венок. Насыщенной обещает быть вся следующая неделя. Запланированы десятки мероприятий по месту жительства. Их помогают организовать Управление культуры и Управление по делам молодежи города-курорта, а также депутаты. У нас общественники занимаются очень большой патриотической работой на местах с населением. И те памятные мероприятия, которые проводятся на местах, это некоторое подведение итогов их работы. Это лишний акцент на патриотику, на свою любовь к городу, на память о том, какие здесь были бои, какие здесь были герои, как живет сейчас Анапа. День микрорайона, день улицы, день двора. Это сплачивает людей и помогает им в дальнейшем развивать свои территории. Благоустройство ли, социальные какие-то вопросы решать. Это все идет на позитив, на развитие нашего муниципального образования.